Четче, четче, под правую руку передачу себе делаем. Ходим ногами, доходим, замечательно. Ноги подвижные, подвижные ноги. Окей, давай съемся. Так, и добавляем защиту на другой стороне, защищаемся, ловим мяч, в обратную сторону то же самое. Илюх, готовится же защищаться. Ниже, ниже, ниже стойку защиты. Так, и защищаешься. Ну, почетче, да, вот вперед. Защита. Не, не, не надо. Ловишь мяч после защиты. Защищаемся, Паш, снизу. На правую руку, Илюх, передачу себе сделай. Так, смотрите. Ляд на волейболе. 8 на 8. 64 двоих. Сейчас вам нужно защитить в квадрате 2 на 2 метра. Это 4. Это 8 раз меньше, чем вам придется защищать в игре. Поэтому постарайтесь 4 квадратных метра защищать нормально. Низкой стоечки. И добегаем до мяча, добегаем. Не один шаг делаем, а добегаем до мяча. Включаем ноги. Защищаемся, защищаемся. Любой мяч стараемся в защите достать. На согнутых ногах, Паша. Все, на согнутых ногах делаем. Ниже мяч положили, идем сюда на продавливай, Слав. Большим пальцем продавливай. Нужно втыкать. Еще раз, смотрите. Мы начинаем шаг с конца большого пальца. Да, не с подушки, не продавливаем подушечкой песок. А концом большого пальца втыкаем. Втыкаем. Так каждый шаг мы должны делать, не делать на песке. Теперь смотрите. Делаем упражнение, идем сюда. Сегодня.
если мы будем ставить стопу полностью, у нас на каждый шаг будет уходить, смотрите, сколько времени. Остановка мыска, пятка, подъем, перенос. Остановка пятки, подъем, перенос. И на каждом шаге вы будете делать вот это движение, и оно будет занимать кучу времени. Вот, держим угол. И все движения мы делаем так, чтобы у нас пятка не касалась песка. Поехали, на любой ленте делаем. Когда вы выходите под мяч, те же самые шаги вы подстраиваются.